Мой вам хороший совет. Изучайте техники контроля собственных эмоциональных состояний, управления своими эмоциями заранее. Тренируйтесь в этом. Имейте в себе арсенал разных психологических инструментов, которые позволяют вам, с одной стороны, провести профилактику, то есть не допустить вот таких избыточных эмоциональных реакций, а с другой стороны, иметь инструменты, которые позволяют с ними справиться. Забота о себе с точки зрения ощущения себя инструментами, психологическими навыками – это самое лучшее, что мы можем с собой сделать. Это лучшие инвестиции в себя, которые мы можем произвести. Готовьтесь, неприятности будут всегда возникать. Это неизбежно. Жизнь, она такая, что она все время нам неприятные сюрпризы будет подкидывать. Вопрос в том, в каком состоянии мы сами будем находиться и какие навыки мы будем иметь для того, чтобы сохранить лицо, не пасть духом и вообще быть примером для других людей, которые, к сожалению, не всегда хорошо реагируют на стрессовые ситуации. Поэтому лучше заранее.